Питера в Казахстан едет. Ну что-то разговаривали, блядь, про работу там, да? Чуще нихуя, блядь, сказал вот это. Короче, их компания единственная челябинская осталась в городе. Истопфарма. Оказывается, все остальные там, какой-нибудь Алвик, блядь, это Самара, блядь, там эти, блядь, Екатеринбург, Уфа, блядь. Прикинь, единственная Истопфарма челябинская. Вот от них осталось все. Заебись нахуй. Кого только, блядь, нету, а наших хуй. Все, блядь, перекупили нахуй. Мы уже сами побаиваться начинаем сейчас, блядь. С шефом тоже договориться кто-нибудь, и пиздец. Желательная резинка регалета способствует снижению тяги к курению. Бабло, блядь, ну, да, приезжай.